Дом построен очень основательно. Угу. Он железобетонный. В фасаде использовали декоративный кирпич. И обратите внимание на эти панели. Они из настоящей меди. И идут по фасаду и переходят прямо в крышу. Опять же, здорово то, что дом находится прямо рядом с парком. При желании даже можно собственную калитку сделать и выходить на пробежку хоть каждое утро. Осталось только приучить себя вставать пораньше и бегать по утрам. Да, никогда не видел таких частных домов. Да, готика, элементы конструктивизма. Да, это уникальный объект, его проектировал известный архитектор Татан Кузембаев. Здесь много интересных решений. Башня, подземные ходы. Подземные ходы? Слушайте, прям как в замке. Может быть, тут и темница есть? Нет, темницы нет. Но можно сделать вместо винного погреба. Нет уж, пусть лучше винный погреб остается.